Сегодня в областном правительстве вручили особенные дипломы. Их владельцы – выпускники Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Специальность – государственное и муниципальное управление. Всего 24 выпускника-отличника. 5 из них – краснодипломники. Заветные корочки ребята получили из рук Александра Карпова, заместителя губернатора Курганской области по социальной политике. Я думаю, вы все останетесь в регионе. Часть будет работать в муниципальной службе, часть в правительстве Курганской области. Действительно приятно осознавать, что вы показываете действительно высокие результаты. Со словами благодарности выступили выпускники и их родители. От лица нашей группы мы хотели бы выразить благодарность Валерию Ивановичу Яхонтову. Спасибо вам за организацию учебного процесса и за возможность обучаться в нашем институте. Они дали нам актуальные знания, которые, безусловно, пригодятся нам в дальнейшем. Дорогие выпускники, все, работа ждет вас. Интересная, напряженная. Да, каждый день будет что-то новое. Нет такой задачи, которая бы решалась одним способом. Да, тяжело, но чувство гордости, оно перекроет все. И берегите честь мундира, даже если вы в штатском. Совет, который, безусловно, оценят спустя время. В Академии вчерашние студенты прошли комплексную подготовку в качестве высококвалифицированных кадров для государства. К слову, это единственный вуз не только в регионе, но и в стране, находящийся под непосредственным патронажем президента. Проблем с востребованностью на рынке труда у ребят не будет. Еще до вручения дипломов стало известно, часть из них отправятся на муниципальную службу, другая пополнит ряды областного правительства. Алексей Старцев, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».